Шановні, доброго вам суботнього ранку. Традиційно 2 години будемо працювати в прямому ефірі 638-638. Сьогодні ми будемо з вами співати, танцювати, готовити, знайомитись з батьками, ходити на побачення. Та ще дуже-дуже-дуже багато всього цікавого. Також будемо вітати, будемо зустрічати. Приєднуйтесь до нас. Доброго суботнього ранку. Ми починаємо працювати сьогодні. Для меня открывай, с дыханием природы вставай, 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 с первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. В горах высоко, там, где солнце встает, нежный горизонт, небо всем поет. Экстрим, хочется экстрим. Я к тебе приду через шторм, туман, поспеши ко мне, вижу океан, океан. Через миг, вставай, с первыми лучами вставай, место для меня открывай, с дыханием природы вставай, 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 с первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. В гавани открывается утро, ты цветешь, как незабудка. Экстрим, хочется экстрим, yeah. Мой скорт с волнами в бою, жду я улыбку твою, улыбку твою. Миг, через миг, через миг. Вставай, с первыми лучами вставай, мир ты для меня открывай, с дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. Суету столичных огней, но увидим надежду и помчимся за ней. А ты вставай, с первыми лучами вставай, мир ты для меня открывай, с дыханием природы вставай, 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 с первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай, вставай. Вставай, мир ты для меня открывай, с дыханием природы вставай, 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 с первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. Прокидайтеся, не забувайте цілувати. Ось так мені підказують, що це моя камера. А зараз я переходжу до нашої такої, такого майданчику і йду. А знаєте, як я йду? Ось іду, іду і підходжу. Ось. А я зараз хочу, щоб був супровод. Він є чи нема? Хочу режисера запитати. Михаїл, поздравляємо вас з тим, що ви у нас стали рекордсменом Книги рекордів України. Ура! Миш, на самом деле, ну, прими наш самый-самый-самый искренний поздравление. А что это было, расскажи. Поделитесь, а потом уже будем рассказывать. Туда-сюда смотреть. Куда? Мы постоянно, много очень камер, поэтому мы постоянно теряемся. Я думаю, что телезрителям очень весело смотреть на это. А, что это был за рекорд Украины? Мы сварили почти с полтонны куриного бульона. Да. Где варили? Прости, пожалуйста. Такой огромный казан был, в котором варилось когда-то шампанское вино на открытом огне. В течение 7 или 8 часов это все варилось. Это как было молодильный, да? Нырнуть из бульона и уже... Ну, такое, не совсем. Потом мы еще это все бесплатно раздали и накормили около, там, не помню, тысяч, а где это проходило, Миш? На французском бульваре, заводе шампанских вин. Спасибо им огромное за место для проведения этого рекорда.
Вот, и мы его там накормили еще самое большое количество бесплатным бульоном одесситов, наверное. А курицы, курицы сколько ушло? Ого, я уже... 40 килограмм. 40, да, около 40 а килограмм. А литров получится сколько, вы говорите, там в этой кадушке-то бульонистой? А, ну, чистого бульона мы потом очистили, получилось около там 300 литров, а, да? Да, а с овощами, с курицей и все остальное, как по полностью, это около 400 тысяч. Вот да, слов нет. А если еще есть потом из всего этого бульона сделать холодец, Миша, то будет следующий можно этап. Всю Украину. Спасибо вам огромное за то, что мы очень рады, то, что ты с Владимиром сегодня с нами, что вы являетесь такой уже неотъемлемой частью нашей программы. Мы гордимся. Спасибо большое. Дякую. Вот. Дякую. А зараз розповідайте нам, будь ласка, що сьогодні будемо робити, Володя. Ой. Кажи, будь ласка. Я ведущий сьогодні. Давай. Ти сьогодні рекордсмен, тебе можна. Йому можна. Ми сьогодні будемо робити салат із клубники, черрі, лимона, брынзы и микс-салата. А как сочетается-то? Ну, во-первых, брынза. Какая брынза у тебя здесь? У меня коровья. Нет, козья. Овечья. Овечья. Овечья или козья. Я все брынзы перечислю, которые есть. Я вижу, что черри сочетается с клубникой только по цвету. Больше я особо не вижу. А микс-салат еще какой присутствует? Микс это как? Латук – это когда смесь салатов. Два и больше ингредиентов. Ага, два уже микс. Уже два уже микс, да. Я взял рукколу на привозе. Я взял латук. Вот. Еще в каком ряду на привозе сразу а привет передаем? Смотри, раз, 42-й ряд, там женщина, она с вами общалась. Привет всем, да, там 42-му ряду. Она не общалась. Она не общалась. Она... А, привет не передал, ладно. Лимон и сахар, это соус будет. Здесь у нас... Овечья. Овечья, да, брынза. Опять модная тарелка у нас. Да, тарелка одна и та же всегда. Мы пока не разбогатели на свое время. Вот, помидорки черри и клубника, которая на базаре стоит около 25 гривен. Ну, себестоимость салата-то не очень большая. Вот этот кусок 11 гривен, это по 3 гривны вообще мы заплатили. А, в принципе, нормально, да? Самые дорогие черри вышли, как я поняла. Ну да, почем? Черри где-то 12 гривен я заплатил за 5 штук черри. Обобрали меня на привозе. Так с чего начинаем нарезку салата или что делаем? Потому что, ну, клубника, она мягкая. Это уже наша одесская, она такая, да, не сухая уже. Сезон клубники сейчас как раз вкусный, даже пахнет. Ну ладно, салат, хорошо. Я видела в интернете клубнику гриль, но я не сильно поняла, что это такое. Гриль сегодня не будет клубники? Нет. Владимир будет рассказывать про салат, а я расскажу про ингредиенты. Смотрите, давайте. По поводу, это наше, все наше родненькое, видите, желтое вокруг, это не искусственно выращенный какой-то помидор, черри, это наша бессарабская помидорка, да. С Усть-Дуная где-то там привезли. И клубничка. Все скажут, вот маленькая клубничка. Нет, друзья мои, это вот на самое настоящее. Вот эти вот гигантские клубники, которые выращивают, я не знаю, чем их бедняк поливает там, что они вот такие вот чернобыльские. Вот это вот наша клубничка, собранная где-то рядом, я не знаю, где, ну, чисто, или Саратов. Ну, пробовали и ту, кислющая, водянистая, безвкусная. Вот это хорошая, вкусная клубничка. Ну, это еще не зорничка, да? Это еще перед зорничкой. Зорничка такая более, она как... А есть ананасовая клубника, Миш? Что это такое вообще? Что это за миксы, которые... Это уже выведенная продукт на молекулярном гибрид, уровне. Гибрид, гибрид уже. Гибрид, такой. Да. Это как, допустим, персик лысый, да, со сливой, да, вместе свели и все, и все дальше. Такое, вглубь, чем вглубь, да, в лес, тем толще партизаны. А соус у нас будет поливаться сахарочек и лимон. Мы сделаем такой кисло-сладенький, потому что можно положить масло, пару капель оливкового, но клубничка с маслом не очень дружит. Поэтому мы вот такой вот сделаем соус. И странное сочетание помидоров, клубники и брынзы. Согласна. Будет, но очень вкусно на самом деле. Ну, брынза у нас только овечья должна быть, по идее. Или да? Козья, или овечья. Чего мы с ней делаем? Нарезаем, натираем? Нарезаем, да. И черри, и клубник нарезаем на 4 части. Не будем там... Без хвостиков клубнику, без хвостиков, как я поняла, да. Не будем слайсить, все лишнее делать. И на черри вырезаем зеленую, понятно, душа, потому что она не сильно вкусная. Корневище. Корневище. Нож тот же просто самый, который мы и говорили в прошлый раз. Нож. Нож наш, да. Нет, это уже было, ладно. Поехали дальше. Хорошо, и вот такими крупными, ну, такими, да, брусками или что-то. Брусками, получится? Да, чтобы было. Надо в салате, чтобы было нарезано все одинаково. Одинаково, мы запомнили. Запомнили, да. Ну, ладно, хорошо, ладно. Самое главное помыть. Да, мы помыли.
Все, хорошо, мы продолжаем, да, мы пока нарезаем, дальше покажем, как мы будем нарезать брынзу, какими кубиками, потом что делать с лимоном будем, это все постепенно в нашей программе, поэтому пока нам Анюта расскажет, что у нее сегодня будет в историчной сторинке, а мы будем продолжать, я ось тут зараз буду біля полнички стоять. Анечка, что у тебя? Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій історичній сторінці, як завжди, ми поговоримо про видатних людей. І сьогодні ми згадаємо італійського віртуоза скрипаля Ніколо Паганіні. І цікаві факти його життя давайте подивимось у нашому сюжеті. Сьомого жовтня 1782 року народився великий скрипаль Ніколо Паганіні. Він відомий не тільки віртуозною грою на скрипці, що межує з чаклунством, а й деякими примхами характеру. На мало досвідчених в музиці слухачів Паганіні впливав багатьма трюками на зразок наслідування співу птахів в комах. За подібні номери заздрісники називали Паганіні шарлатаном. Одного разу на концерті він виконав композицію тільки на двох струнах, яку назвав дуетом закоханих. Одна його шанувальниця захоплено сказала: «Маестро, ви абсолютно нестерпна людина, нічого не залишаєте іншим. Хто зможе вас перевершити? Тільки той, хто зіграє на одній струні, але це зовсім неможливо». Ця ідея дуже сподобалася Паганіні, і через кілька тижнів в концертах він вже грав сонату на одній струні. Паганіні був не просто розсіяним, він був абсолютно байдужим до подій власного життя. Він не пам'ятав навіть роки свого народження і писав, що народився в лютому 1784-му в Генуї. Насправді ж Паганіні народився на 2 роки раніше і був не другим, а третім сином в сім'ї. До подібних прогалин в пам'яті маестро ставився досить байдуже. «Моя пам'ять знаходиться не в голові, а в руках, коли вони тримають скрипку». Європейські правителі запрошували його для особистого виступу і платили великі гонорари. Одного разу Паганіні навіть виконував масонський гімн у великій ложі Італії. Ось тільки через любов до азартних ігор Паганіні часто залишався без грошей на їжу. Проте до старості він все ж таки зібрав невеликий статок. Можливо, не останню роль тут зіграла відмова від азартних ігор. Та й сам Паганіні намагався не продешевити. Коли англійський король запропонував скрипалеві за виступ половину необхідного гонорару, Паганіні у відповідь запропонував не витрачатися і відвідати за меншу суму його концерт в театрі. Великим маестро були поставлені такі складні технічні завдання, що вони і сьогодні знаходяться поза можливостями більшості скрипалів. Бо Паганіні вже 2 століття тому вийшов на фізіологічну межу доступного людського розуму і рукам. І вже тоді ходив по лезу бритви, балансуючи на межі можливого. Як влучно було сказано колись, твори для скрипки соло великого Баха – це старий заповіт для кожного скрипаля, а 24-й каприз для скрипки соло великого Паганіні – це новий завіт для будь-якого майстра. Що за традицією час приходити до новин, але щось я бачу, чомусь сьогодні Таня сидить одна. Таня, що трапилось? Аню, ну про що тут можна говорити? Про що? Я от ніколи не спізнюсь, ніколи. Я завжди приходжу вчасно, просто іноді затримуюсь. Але я бачу, час іде, а Сашко ні. Тому, мабуть, я почну. Любі глядачі, 108 років тому... Вибачте, 108 років на цьому тижні виповнилося, ось так, американському письменнику, який у 1953 році написав роман «Казіно Рояль», де головним героєм був відомий нині агент 007 Джеймс Бонд. Після успіху першого роману Флемінг пише ще 13 романів з тим же героєм. Шон Коннери сделал Бонда обаятельным мерзавцем. Из тех, которым женщины бьют пощечины, а потом страстно отдаются. Джордж Лазенби, даром что носил килт и женился, выдал самый расово верный портрет.
Ровно таким Бонда описывал Флеминг. Роджер Мур, игравший 007 до старости, превратил его в галантного джентльмена. Тимоти Далтон подарил Бонду объем и реалистичность. Пирс Броснан изобразил закабаневшего боевика. А Дэниел Крейг суммировал лучшее от предшественников. Домой торопится. Не случайно каждый фильм завершает фраза «Джеймс Бонд вернется». Настоящие мужчины слов на ветер не бросают. А теперь предлагаю импровизированный баттл. Кто лучше, Джеймс Бонд или Джеймс Бонд? Я Іваненко, Олександр Іваненко. Щось нагадує. Так, щось нагадує, а ну, потримай. Зніми очки, окуляри, так. Так, так зовсім схоже, прям один в один, прям дуже. Прям дуже схоже. Полковник Френсіс Чесний. Очень приятно. Ви знаєте, дядька Чарли? Из Бразилии, где в лесах много диких обезьян. Донна Роза! Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви. Но когда я впервые увидел вас, Донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную Донна Роза. Нежную фиалку. Хорошо сказал? Я, кажется, начинаю догадываться. Неужели нежная фиалка — это я? Вы разгадали мой секрет, Донна Роза. Ох, пропади ты пропадом со своими секретами. Жалуй. Ну, хотя бы поцелуй. Я умоляю. Я пошла переодеться. Розалия! Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Криксеночек. Ай, мне это объяснение в любви очень понравилось. Но почему же ты, скотина, не отказала сразу? Вы ничего не понимаете. Должна же была ее чуточку помучить. Именно так ведут себя порядочные женщины. Свой 74-й день рождения отмечает на этой неделе замечательный Бабс Баберлей, более известный как Донна Роза Дальвадорес, несравненный Чичиков, а точнее актер театра и кино, талантливый педагог, режиссер Александр Калягин. Ну а насчет женщин, Донна Роза абсолютно права. Должна же я была его чуточку помучить. Да, именно так ведут себя настоящие порядочные женщины. И так всегда и бесконечно, особенно для меня и каждый эфир. Причем. Ой, Олександре, не вигадуйте. За вас вже вигадали День брюнеток, який відзначають сьогодні на противагу Дню блондинок. Незважаючи на те, що блондинок називають чоловічою мрією, саме жінки з темним волоссям володіють особливим шармом, елегантністю, розумом, чарівністю і навіть якимось чаром.
Дорогие телезрители, мне кажется, что Татьяна сейчас достанет куклу Вуду, мою куклу Вуду. Спокойнее, спокойнее, Татьяна. Держите себя в руках. Серед переможниць, я продовжу, переможниць найпрестижніших міжнародних конкурсів краси переважають саме брюнетки. І більшість актрис, до речі, брюнетки. Історія знає чимало темноволосих жінок, кожна з яких гідна стати символом сьогоднішнього свята. Серед них такі всесвітньо відомі. Бездоганно розумні красиві брюнетки, як жінка-стиль, Коко Шанель, сама досконалість Одрі Хепберн, італійська актриса Моніка Белуччі, справжня Клеопатра Елізабет Тейлор, богиня танцю Майя Плісецька, неповторні Пенелопа Круз і Анджеліна Джолі, а також телеведуча Тетяна Сільвестрова. О, Тетяна Сільвестрова, вона ще й побідітель в номінації «Сама скромна телеведуча». Сашко, тобто тобі можна примірювати на себе роль Джеймса Бонда, а мені зустріти ранок у чудовій компанії Анджеліни Джолі та Пенелопи Круз, Одрі Хепберн не можна, так? Ну, тобі це не цікаво. От мені би цікаво було б зустрітити утро з Одрі Хепберн, Анджеліною Джолі і Монікою Белуччі. Ой, Сашко, ви чоловіки такі сміливі лише на словах. Дивись, лише на словах. Серйозно? Угу. Ну, давай посмотрим. Каждый мужчина, когда смотрит по телевизору на Анну Семенович, всегда про себя думает. Эх, вот была бы она сейчас здесь, я бы... Итак, представьте, она здесь. Здрасте. Здрасте. Ну, вот так скромненько и живем. А-а-а. Ой. Ой, извините, ради бога. А почему один живете? Ну, понимаете, современные женщины очень придирчивы. Может, пилка? Нет, спасибо. А, за рулем? Аня, а скажите, а как вам моя репродукция «Три богатыря»? Хорошо. Ну это я бычком нарисовал. А, сейчас, секундочку. Да! Сосед, привет. Слушай, одолжи полтинник, а? Слушай, не до тебя. Сейчас у меня на кухне Семенович сидит. У тебя Семенович? Да заливать-то хватит. Да серьезно тебе говорю. Слушай, поешь. Слушай, и правда, Семенович настоящая. Аня, здрасте. А хотите шпроты? Так, все, 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 домой, 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 домой. Извините. Это... партнер по бизнесу с первого этажа. Аня, вы знаете, я подумал, уже поздно, да и до метро далеко. Может быть, у меня останетесь? А футболка есть? У меня есть! Вот смотрю я на тебя, Татьяна, и почему-то сразу вспоминается, что 86 лет назад американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту – скотч. В октябре 1930 года на свет появился несовершенный образец скотча, который сразу же отправили заказчику в Чикаго. Каково было? Так вот, первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки обертки для пищи. Однако в годы Великой депрессии
Люди сами придумали множество других способов применения скотча. От запечатывания пакетов с одеждой и до хранения разбитых яиц. Я не розумію, до чого тут я. О, ну что ты. Сыграть звездную роль в американском шпионском боевике, там, где похищают главную свидетельницу преступления. То есть тебя, да? И чтобы она не привлекала лишнего внимания и не говорила лишнего, берут скотч и заклеивают ей. В общем, новое применение находят. Олександре, дякую, дякую, щиро дякую. В такому випадку я не можу не відплатити добром за добром. Отже, відкрою таємницю. Давно хотіла вам запропонувати одну дуже, дуже яскраву роль. Я готов. Емоції вирують настільки справжні, так. Що буде гаряче. Але спочатку предісторія. 424 роки тому у Венеції був заарештований інквізицією Джордано Бруно, якого звинуватили в єресі. Йому були пред'явлені численні звинувачення за богохульство та аморальну поведінку. Засудження зазнали також деякі з його філософських і космологічних ідей. І тут ваш вихід, Олександре. Так, ви у ролі Бруно відмовляєтесь визнати помилковими головні своїх теорій і далі все наближено до реальності. Бруно засуджений католицькою церквою до страти, і його спалюють на площі Кампо де Фьоре. Да. Останніми словами Бруно були «спалити» не означає спростувати. Всі твори Джордано Бруно занесені в католицький індекс заборонених книг. Через 3 століття на місці страти на честь Джордано Бруно був споруджений пам'ятник. Тетяна, по-моєму, ми двигаємося не в тому направлінні. Сашко, немає значення, куди ми рухаємося, вгору чи вниз. 116 років назад зареєстрована торгова марка «Ескалатор», впоследствии давшая ім'я всім автоматичним лестницам. Ескалатор в переводе с английского означает транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту. Постепенно любая такая автоматическая лестница стала называться людьми эскалатором. Уже не как торговая марка, а как название самого изделия. Также такая же, собственно, история произошла и с ксероксом. Сначала это было фирменное наименование копировального аппарата, а в дальнейшем стало названием всех копировальных устройств. А в начале 50-х годов патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять слово «эскалатор» как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Оце я розумію корисне відкриття. Два в одному, як Head and Shoulders. І стоїш, і вгору піднімаєшся. Да. Все для людей, особливо для жінок, які носять обувь, в якій навіть сидіти неудобно. Ой, наче ви, Олександр, підкорювач гірських вершин. Ну, що є, то є. Ага. Да. 63 роки тому Едмунд Хіларі та Норгей Тенцинг вперше підкорили найвищу вершину Гімалаїв і світу – Джомолунгму. 8848 метрів над рівнем моря. Джомолунгма – мати богині світу, як називають її жителі Тибету або Сагармадха – володар світу, як називають її непальці, привернула до себе увагу топографів понад століття тому. Першим з них був Джордж Еверест. Саме його ім'я згодом було присвоєно вершині. Знадобилося більш ніж... Понадобилось більше 30 років і горький опит 13 неудачних восхождень, щоб вперше покорити Еверест. 29 мая 1953 року Хіларі і Тенцинг взобрались на найвисокий пік вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаг Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через 4 дня, 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и права добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тенцинг Норгей, который не был гражданином британского содружества, получил от королевы медаль. О. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. З іншого випадку, ось я так подумала, що це коїться. Что опять? Спочатку якісь страшні погрози,
Ну? Всі пам'ятають. Всім подобалось. Бачите, а зараз я даже слова не можу сказати. Повинні бути якісь межі, Сашко. Ну, согласен, все. Границы должны быть, и границы должны быть нерушимыми. И за этим следят те, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. День пограничника. Помнишь? На границе туч ходят хмуро. Так вот. Красиво. И теперь, Татьяна, у меня не будет никаких проблем, если я вдруг решусь отправиться... И куди це ви вирішили відправитися серед ефіру? Да хотя бы в Швецию. На этой неделе исполняется ровно 60 лет с момента проведения первого самого ожидаемого ныне музыкального конкурса эстрадной песни «Евровидение». Так. Популярность конкурса настолько велика, что одновременное выступление всех желающих в одном конкурсе невозможно. Поэтому было принято решение отстранить от Евровидения, проводящегося в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. Это условие не касается только Германии, Великобритании, Франции и Испании, которые являются странами-основательницами Европейского вещательного союза. В конкурсе участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов ЕВС. Солист или группа не более 6 участников. Нет ограничений относительно гражданства исполнителей, но они должны быть старше 16 лет. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования. Всего в конкурсе в разное время принимали участие 51 страна. Украина становилась победителем дважды. В 2004 году Европу покорили дикитанцы Русланы. И в 2016 главный приз привезла с собой Джамала за песню 1944. Еще 8 стран могут участвовать в конкурсе песни Евровидения, но никогда этого не делали. Это Иордания, Ливан, Ватикан, Алжир, Египет, Ливия, Лихтенштейн и Тунис. Мабуть, цьому вони і не приймають участь, Сашко, бо не можуть вимовити Ліхтенштейн. Але я змушена вас засмутити. Ви до Швеції не встигли. Мабуть, тому що довго святкували Всесвітній день черепахи? Звісно. Це незвичне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах. Цього дня проводяться численні акції, під час яких волонтери рятують тварин, роблячи для них переходи під жвавими шосе, в місцях міграції або в інших небезпечних місцях. Також учасники акції вимагають для морських берегів, де морські черепахи відкладають яйця, статусу території, що охороняється законом. У цей день люди намагаються виключити з свого раціону страви з черепах, а з ужитку – предмети, виготовлені з їх панциря – гребінці, шкатулки тощо. Саме святкування включає в себе маскаради в костюмах черепах з веселими сценками, життя тварин, танці черепах і розсилку веселих листівок із зображенням черепах. Досить включити фантазії, і ви теж зможете підтримати цю чудову традицію. Таня. А? Що? Таня, Танюша. Що? Таня. Ти намагаєшся? Ти щось намагаєшся мені сказати, що чи відтворити першу в світовій історії телеграму, яку 172 роки тому була відправлена телеграфом Морзе з Вашингтону до Балтимору. Винахідником цього чуда став Семюель Фінлі Бірс Морзе. Адже до середини 19 століття єдиним засобом сполучення між європейським континентом і Англією, між Америкою і Європою, між Європою і колоніями залишалася пароплавна пошта. Про події та події в інших країнах люди дізнавалися з запізненням на цілі тижні, а іноді і місяці. Крім того, що телеграф відкрив нову віху в історії зв'язку, винахід – це важливий іще й тим, що вперше, і при тому у значних масштабах була використана, увага, Сашко, електрична енергія. Саме творці телеграфу вперше довели, що електричний струм можна змусити працювати для потреб і, зокрема, для передачі повідомлень. Ти розумієш мене? Розумієш? Для потреб людини. Да. Розумієш? Я розумію, як працює телеграф, а от тебе не дуже, звісно. Мне кажется, что ты сейчас вот с этим восторженным блеском в глазах такая, давай скажешь мне, да, а давай перенесемся на машине времени в 27 мая 1937 года и увидим, что мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско сначала был открыт для пешеходов. Да, первые 12 часов он именно был открыт для пешеходов.
и принадлежал только им. Но на следующий день по сигналу президента Рузвельта, поступившему из Белого дома, по нему поехали автомобили. Сашко, ти правий, ти абсолютно правий. Я хотіла говорити про машину часу. Так, 47 років тому Андрій Макаревич зі своїми однокласниками організував самодіяльну рок-групу The Kids. Через рік вона стала називатися Time Machines, причому пісні виконувалися англійською мовою. Машина часу приймала участь у зйомках музичного фільму «Душа» з Софією Ротарою у головній ролі. Олександре, Олександре, чого ти мовчиш? Чого ти мовчиш? Мовчиш, чого ти, Олександр? Во-первых, потому что уже боюсь перебить тебя. Все вірно. Чтобы ты опять не начала проявлять фантазию и придумывать костюм для праздного дня черепахи. Вот. А во-вторых, думаю, как бы продолжить тему машин и попробовать понятно объяснить тебе, как работает первый четырехмоторный самолет, который 103 года назад совершил свой первый полет. А, дуже просто, сейчас... Олександре, дуже. 127 років тому народився авіаконструктор, вчений, винахідник першого чотиримоторного літака, серійного вертоліта одногвинтової схеми, трансатлантичного гідроплана, інженер Ігор Сікорський. Угу. А Одесса тоже может похвастаться великим человеком, беззаветно влюбленным в авиацию. Сергій Ісаєвич Уточкін – один з перших російських авіаторів. Футболіст, велоавто і мотогонщик початку ХХ століття народився в Одесі. У дитинстві він став свідком дуже жахливих подій, в результаті чого залишився заїкою на все життя. Уточкін став чемпіоном Одеси у змаганнях з кавзанярського спорту – тенісу, фехтування, веслування, плавання, боксу і боротьби. Самостійно будує яхту і перемагає на ній у вітрильних регатах. І навіть опускається на дно моря в водолазному костюмі. Впродовж 17 років не сходив з велотреку і став переможцем багатьох змагань. Одним з перших російських футболістів був зарахований до одеського британського атлетичного клубу, хоча й мав досить солідний для футболіста вік – 34 роки. А серед одеських велосипедистів особливим шиком вважалося заїкатися. Освоївши автомобіль, Уточкін з'їхав на ньому потьомкінськими сходами від бульвару до порту. Одним з перших він привіз в Одесу роликові ковзани. Перший в Одесі мотоцикл також був у нього. Кажуть, що він примудрився проїхати на ньому по аркам Горбатого мосту. Але головним захопленням для Сергія Ісаєвича стало повітряплавання, а пізніше – авіація. 1 жовтня 1907 року відбувся перший політ Уточкіна на придбаній ним повітряній кулі. А в грудні того ж року він літає над єгипетськими пірамідами. 31 березня 1910 року Уточкін вперше піднявся в повітря на літаку, ставши другим авіатором в Росії. Загалом Сергій Уточкін здійснив близько 150 польотів. «Я авіатор, – говорив Уточкін, – я літав над морем, над собором, над пірамідами. 4 рази я розбивався насмерть, інші рази – дрібниці. Харчуюся тільки повітрям і бензином. Загалом я щасливий з одеситів». На цій щасливій ноті саме час згадати про ще одного іменинника. 63 роки виповнилося б на цьому тижні актору театру та кіно, кінорежисеру Олександру Абдулову. Популярність прийшла до нього після ролі ведмедя в телефільмі Марка Захарова за п'єсою Євгена Шварця «Звичайне диво». У цьому фільмі намітився своєрідний акторський почерк Абдулова. Різкість і деяка незграбність характеру герою, чудова пластика, розум і неповторна лірична інтонація. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Представь себе весь этот мир огромный, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему цвет.
выясняться сны. И если что-нибудь не ладится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит, слышны только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Я вернусь к тебе. Я обязательно вернусь к тебе, только другим. Ну и в завершении выпуска хочется вспомнить о тех, кто все о нас и о вас знает. Самое худшее, самое лучшее, где живете, чем интересуетесь и даже кого любите. Ты про батькив так? Конечно, нет. Я про соседей. На этой неделе празднуется Европейский день соседей. Целью его является укрепление социальных связей и мобилизация людей для борьбы с изоляцией. Ну что, пойдем в гости, Тетяна, на соседнюю площадку? Ну, Сашко, з пустими руками в гості не ходять. Треба приготувати щось смачненьке. Ну, я предвидел такой ход событий и приготовил рецепт. Я зачитаю, у мене. Конечно, зачитайте. У французьких військах маршала Луї Франсуа Армана Дюплюсі виникла велика проблема з постачанням продуктів. Залишилися тільки олія, яйця і лимони, оскільки щоденні омлети вже встигли набриднути. Маршал наказав кухарові приготувати з існуючих в наявності продуктів якусь незвичну страву. Кухар вирішив приготувати соус на основі рослинної олії. Сашко, стривай, це ж майонез. Ну, естественно, все правильно. На этой неделе празднуют день рождения майонеза ровно 260 лет назад. Смотри, как на кухне радуются. Неправда? Ну, сейчас уточним, значит. Своё название... Интерпретация, потому что есть соус оливье, ой, салат оливье настоящий, а есть салат столичный. Вот салат столичный мы готовим на Новый год, а настоящий оливье был произведен во Франции. Так и провансальский соус, который вы говорите, из просто из желтков. А, да? Я ругаюсь так просто. Из желтков и масла. Вот тот провансаль. А майонез это уже с добавлением горчицы, соли, сахара, и мы там уже начали добавлять всего, что... Сашко, ты не подготовился. Все, пора, идем на кухню скорее. Чекай. Ще трошечки ми почекаємо, треба послухати, як чоловіки співають про кохання. Ну, давайте. Максим Любачевський, Олексій Рябоволик, Слава Благов – троє виконавців, які намагаються зробити завершення весни для одеситів, представників незахищених верств населення, жінок-воїнів і воїнів АТО, біженців та гостей нашої Одеси незабутніми. Адже готуються завзято, співають широ і відверто. Концерт унікальний. Мы будем исполнять с живым коллективом, живой рок-группой, скрипичным дуэтом. Значит, это будет уникально, потому что живой звук на сегодняшнее время – это не то, что заезженное. Не все могут дать качественный живой звук. Вот. И мы будем стараться ломать стереотипы, на самом деле, что наши одесситы не могут предоставить какое-то качество. На самом деле могут, хотят и будут это делать. Thank you.
зібрати пісні та композиції, які прозвучать в стінах українського театру, було дуже складно. Всі вони повинні передати відчуття палаючого кохання, пристрасних весняних спогадів і заряджених позитивними емоціями співаків і музикантів. І головне, троє абсолютно самостійних виконавців заспівають вперше у житті тріо. Тріо родилось буквально 2 місяці назад, и я считаю, что это достаточно. Вот спустя 2 месяца, порепетировав и прожив все эти песни, я могу сказать, что очень достойно все у нас складывается, и нам не стыдно будет появиться перед людьми с этими, с этим музыкальным багажом, который мы приготовили. Будет очень здорово. И днем, и ночью лишь она передо мной, и не в одном. Порадують живим звуком слухачів і спеціально запрошені музиканти. Це дует «Віолін Дуо», який буде у нас за маленький симфонический оркестр, пусть их только двое, но это будет плотно, это будет очень вкусно. Это рок-группа, которую мы собрали из разных музыкантов, но они настолько профессионально сыграны, что им хватило буквально там нескольких дней. Это и баянист Владимир Войцеховский, великолепный гитарист, Володя Павлищук, ребята со мной очень давно работают, барабанщик оперного театра Слава Янчук, Дима Огняников, клавишник. На звуке у нас будет один из лучших звукорежиссеров города, Саша Лохматов, вот, поэтому у нас собралась просто шикарнейшая команда во главе с Максом Любачевським, Лешей Рибоволиком и вашим покорным слугой Славой Благовым. Концертний проект «Мужчини поють о любві» покликаний створити романтичний настрій, подарувати заряд позитивних емоцій і спогадів, які запам'ятаються надовго. Анастасія Тютєрєва, Сергій Крилов, спеціально для програми «Факти». Ой, я уже наконец-то на нашей кухне, в своем любимом месте. Ребята, что мы делаем? Мы нарезали клубнику. И видно, да? Клубничку и черри. Все одинаково. Мы сейчас добавим сахара на них, чтобы они были чуть помягче. Что, пустили что мягче? Сок. Пустили сок и были, ну, мягче продукты были. Мягче, ну и сахар, соответственно, как усилитель вкуса добавят нам. А соль? Нет. К сожалению, в этом салате соль не присутствует, так как у нас такие, знаешь, специфические ингредиенты, и смешивать их странно. На самом деле вкус получается очень хороший. Это ваш собственный рецепт или все-таки это уже до вас кто-то придумал? Это наш собственный рецепт. Ольга попросила на приготовить клубнику, так как мы сделали уже клубничный суп. Мы в 6 часов утра с Володей созванивались и едем в маршрутке с судьям, мы придумали этот рецепт. То есть вы еще не пробовали, это будет дебют. Вы еще не пробовали этот рецепт? Нет, были такие сочетания, мы уже пробовали, но она была как закуска. И там не было, допустим, брензы, были только клубника и помидоры, бальзамический уксус, более такая изысканная, да, закуска. А вот с добавлением салата, лимона, сахара, еще такого не было. Ну, будем сейчас сегодня пробовать, но должно быть вкусно. Квадратиками, кубиками или как там, по-моему, треугольничками называется? Я пытаюсь... Тут просто кругленькое все было, тут полегче было резать. А квадраты я нарезаю квадратами и все делаю. Да, вот и когда примеры. Выбираете брынзу, желательно, чтобы она была нейтрального вкуса, не сильно соленая. Да, а то у нас есть люди, которые... Не очень сочетаются, да, так будет сильно... Вкусовый рецептор у вас немножко побалует, потому что если будет сильно соленая брынза и сладкие помидоры черри, сладкая клубника, не очень хорошее сочетание. А когда она нейтрального вкуса, очень хорошо будет сочетаться. Ну и теперь, когда уже нарезана брынза... Мы беремся за салаты. Смотрите, салаты надо рвать. Не надо их нарезать, это... Кощунство. Да. Кощунство на салат, я понял. Это не проблема. И еще говорят, что вот это вот стебель, если видно, о, да, отлично. Говорят, что его не надо ложить, но в этом находятся самые витамины, самый сок, это самое... Масла. Масла, самое, наверное... Самое ценное, что есть в этом салате. Да.
Поэтому ни в коем случае с любого салата не удаляйте вот эту прямую корневищую линию, потому что в ней самые настоящие вкусовые качества в любого салата, да, который присутствует. А это просто для красоты, а это чтобы было вкусно. Рвем вот так вот. Да, да. Рвем крупно, на такие, да, маленькие кусочки, чтобы, да, удобно было положить в рот. Крупно на маленькие кусочки. Да, 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 мы любим рвем, поэтому, да, видите, как переговариваемся. Чтобы удобно было кушать, небольшие листы, которые ты начинаешь открывать рот. И у тебя выпадает половина сорта, и все-таки думают, нормальный пацан пришел. Немножко это у нас... Латук. Латук. И немножко, я думаю, хватит. Руккола. Чуть-чуть. Руккола. Это украшение, да? Да, латук, как у брынзы, имеет такой нейтральный вкус, да, а вот руккола ярко выраженный вкус, как помидоры, либо клубника. Поэтому, видите, у нас такое хорошее сочетание. А лимончик мы потом добавляем в самом конце для чего? Лимончик мы сейчас будем добавлять. А прямо сейчас? Да. А для чего? Это наш соус. Ага. Я, потому что клубнику и мы посахарили с помидорами, черри. А это добавил лимончика на салат, чтобы он... Сочный был такой, да? Был сочный, да. Не повял, и кислота у салата вызывает максимальные, ну, вытягивает все максимально вкусовые качества. Поэтому, допустим, если его побрызгать любой салат лимоном, он становится во много раз ярче и вкуснее. Выражает свои... Только не переборщите. Да. А вот мы только что увидели сюжет, что сегодня день майонеза. Как вы относитесь к майонезу? Сами ли готовите? Или можно покупное использовать? Или лучше вообще не употреблять майонез? Майонез — это самый главный ингредиент на кухне. Без него не обходится ничего. Это, конечно, ну... На самом деле майонез — это уже наше... Название, на самом деле, это был соус провансаль. Он состоял там из 3 или 4 ингредиентов. Совсем классику этого соуса почти, ну, я не скажу, что почти никто не знает, может быть, точно никто не знает, потому что там самое главное состоящее — это куриные яйца, это масло. Вот, это была основа. Потом уже начали добавлять лимон, соль, черный перец, горчицу. Вот это уже интерпретация, уже пошло тут, как вы правильно говорите, соус майонез. Поэтому провансальный майонез — это две разные вещи. Поэтому какой сегодня день вы отмечаете, я могу про то и рассказать. Поэтому майонез — это более ближе к нам сюда. Да, он насыщенный вкусом и остротой, и солью, и сахаром. А провансаль — это более нейтральный соус. А что полезнее? Что полезнее? Масло, да? Нет, полезнее и тот, если в меру употреблять его. Если по чуть-чуть. Если ты ложишь его в каждое блюдо и только чай без него не пьешь, то тогда он не очень-то и полезный, потому что там масла, яйца жирные. Тем более яйцо используется сырое, термическую обработку не проходит. И яйца сырые — это хорошо, но в основном, если это домашнее яйцо, а мы что используем покупные, допустим, заводские, и как-то бедная курочка там выращивалась, чем ее кормили, и что потом пришло в это яйцо, какие витамины, белки, минералы, мы абсолютно не знаем. Ладно. Поэтому, если готовите майонез дома или, или соус провансаль, то берите лучше домашние яйца. Очень много знает, это очень хорошо. Мы будем продолжать готовить салат и узнавать новые факты о майонезе. А нам уже к нам присоединились гости, очень интересные. Передаю вам слово. Они тоже. А не то слово. Не знаю, как насчет майонеза, Миш, любят они или нет. Я, в принципе, как мы обещали нашим телезрителям, ожидала сегодня в гости Игоря Владимировича Белякова, директора Одесского зоопарка, в гости с ящерицами, но я их представляла себе немножко, в принципе, по-другому. Я думаю, что и большинство наших телезрителей тоже. Ну, а оказались вот у нас вот таких почти 2 варана, крокодила. Я не знаю, кто это. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Ольга. Ну, видите, я обещал прийти к вам в гости с ящерицами, я не соврал, я пришел действительно с они ящерицами. Они же вот такие, Игорь Владимирович, ящерицы вот такие, что в детстве гоняем, синих, зеленых, это кто? Ящерицы это кто? Бывают разные. Они поняла уже есть сегодня. И маленькие, и большие, да. И вы говорите о тех ящерицах, к которым привыкли вот, ну, все одесситы, которые знают. По траве бегают. Да, у нас, в общем-то, обитают и в черте города, и возле Одессы, вокруг города, есть 2 вида. Это зеленая ящерица Lacerta viridis и прыткая ящерица Lacerta agilis. Это наши виды. Кстати, зеленая ящерица занесена в Красную книгу Украины. А бегает по траве, как у себя дома. Да. Вот.
Но поскольку мы, так уже повелось, что мы говорим о животных, которых можно содержать дома, можно содержать у себя в квартире, то... Вот тут у меня и вопрос-то и возникает, вот это создание, этих созданий можно держать дома? Вполне, вот этих созданий вполне можно, это тоже ящерицы, такие же ящерицы, как и наши. Мини-крокодилы. Только они относятся, в общем-то, уже к другим группам. И, кстати, вот эти обе ящерицы, это представители австралийской фауны. Вот. Красавцы. Экзота, да. И оба вида очень пригодны для домашнего содержания, потому что они не представляют особой сложности в кормлении, они не агрессивны, они вообще никакой угрозы человеку не несут, и они не склонны кусаться. Есть ящерицы, которые могут быть опасными, такие как, например, вараны, крупные вараны. Да, самый крупный – это комодский варан. Он же не ядовитый, он просто сильный, он может силой своей навредить. Во-первых, вараны очень хорошо вооружены. Это, скажем так, леопарды ящеричного пустыни, мира. Да? Да? Они, у них очень мощные когти, у них мощные челюсти, у них, слава богу, зубы такие. Они, неплохие. Да, они могут наносить серьезные механические повреждения. Кроме того, особенно если говорить о комодском варане, у него в слюне там есть несколько штаммов бактерий, которые вызывают... Смертельное заражение, да? Сепсис, да. И вот так они, кстати, охотятся на буйволов на своих куснул островах. Куснул и подождал, да. Куснул и подождал, да. Поэтому варанов как бы не очень удобно держать в домашних условиях. Но многих других ящериц, допустим, игуана, да, есть такая вот зеленая, да, игуана, они модно их тоже держать. Но эта ящерица, она часто бывает холеричная, она склонна там... впадать пугаться, в меланхолию, да? Не в меланхолию, а в панику бывает. Ага. И во-первых, это для нее плохо, потому что она стрессуется. Да? Во-вторых, она может наносить довольно серьезные царапины человеку, даже как бы не специально. Потому что у них такие мощные пазуры, это такие дендрофилы, которые лазят по деревьям. Им нужны мощные когти для того, чтобы передвигаться по веткам. Но они их используют и как оружие защиты. Давайте о наших. Будем говорить о наших, да, о наших ящерицах. Вот синеязыкий сын. Да? Почему синеязыкий? Потому что вот видно, когда он высовывает язычок, у всех ящериц этого вида язык вот такого красивого синего цвета. Как я уже говорил, обитает в Австралии. Вот, и вот теликва, еще есть такое название. Это крупная ящерица. Как и все сцинки, отличается от других ящериц тем, что чешуя такого рыбьего типа. Ухо? Да. И что? У ящериц есть уши. Как дырочка? Да, дырочка. У них нет такой ушной раковины, как у нас с вами, но ухо у них есть, весь слуховой аппарат. Они прекрасно слышат. У змей, кстати, нет наружного уха, у них есть ухо внутри. Угу. Они слышат только сейсмические звуки. То есть вы идете, ваши есть? Шаги змея слышит. Но акустических, если вы поете песню, она вас не услышит. Обидно. Ящерицы прекрасно слышат акустические звуки. То есть у них есть глаза, уши, нос. Все как положено. Тело их хорошо воспринимает тактильные ощущения. Да. Так что, но она такая плотненькая. Конечно, конечно. Это очень такой представительный такой товарищ. Товарищ, да. С очень такой надменной физиономией. Давайте поменяемся. Садись. Она дышит редко, та, что у меня в руках была. Ей не нужно часто дышать. Садись, друг. Да садись, куда ты пошел? Садись. Все. Так вот, цинк питается в природе и растительной пищей, и животной пищей. Ну вот мы кормим их в зоопарке, и эта ящерица. В основном это насекомые. У нас есть виварий, где мы разводим различные культуры, кормовые культуры насекомых. Это там мучные черви, сверчки, зоофобус. И кормим наших питомцев. И также они поедают довольно большую долю в их рационе, составляет растительная пища. Так что дома, в принципе... Поэтому, смотрите, это, их не надо кормить там живыми мышами, как змей, например, да, и в этом отношении проще. Поэтому, если вы решили завести такую ящерицу, вот, бородатая агама, тоже австралийский вид, называется бородатая, тоже понятно почему, да? Все, вы знаете, я хочу сказать вам, уважаемые телезрители, вот она не колючая, но это так, знаете, для вида. Да, шипы, в общем-то, бутафорские. Согласна. Да? Это служит не для нанесения реальных каких-то повреждений врагу, а для устрашения
хищника. Ну она, да, с виду, она, конечно, она может чересчур. Умеет раздуваться, она может раскрывать рот. Если она напугана, она будет становиться в такую позу, раздуется. И это призвано к тому, чтобы напугать потенциального хищника. Так вот это пошел. Вот. И кроме того, эти же шипы, они носят ритуальный характер при выяснении каких-то территориальных отношений или во время брачных игр, когда есть турниры самцов и так далее. То есть у кого больше бахрома, тот и победил, тот и круче. Хотя реальных каких-то, опять же, боев между такими животными, как правило, не возникает. Но Игорь это, Васильевич, кстати, да, вот я вот трогаю, да, и он реагирует, ящерица реагирует, конечно. То лапка, то как-то она, так-таки она, да, она полностью же прекрасно, тактильная, она да, да, но все чувствует. Прекрасно все чувствует. Так вот, если вы решили такое красивое животное завести, очень красивое, надо прежде всего оборудовать террариум, да, нужно сделать какой-то террариум, где вы сделаете для них микроклимат, потому что держать их просто в вашей квартире, при нашем климате невозможно. Сложно. Им нужна более высокая температура. Теплая, да? Да, конечно. И нужно, чтобы в террариуме, ну, соблюдать, как я уже говорил когда-то, закон светлого и темного угла террариума. Угу. Один край должен греться, второй нет, чтобы ящерица имела маневр. Сама должна выбирать, потому что это животное, как любая рептилия, очень зависимо от внешней температуры. То есть она, ее тело приобретает температуру окружающей среды. Поэтому у нас с вами, нам холодно, нам жарко, в любом, у нас с вами 36,6. И все. А у них тут нет. У них, они, когда холодно, они начинают замерзать, тормозятся, у них падает уровень метаболизма. Чтобы не погибли, не дай бог. А самое страшное, это перегрев. Перегреве. Казалось бы, в пустыне, очень, где они бегают, там очень жарко. В пустыне, вот пустынные виды, они суточную температуру регулируют постоянно. Они закапываются в песок, когда жарко. Да? Или есть такие методы, когда ящерица на горячем песке, она приподнимает, лапки, стоит только, да, на двух танцует. Лапах. Да? Змеи, вообще есть гадюки, которые ползают по песку, только касаясь каждый момент двумя точками своего тела. Они как спираль вот так вот катятся. Все это признак тому, чтобы меньше контактировать с горячим песком. Потому что перегрев для рептилий – это смерть. Это надо понимать. Поэтому температурный режим – основа любой террариумистики. Да? Хоть профессиональный, хоть домашний. Нужно правильно выбирать температурный режим и кормить этих животных раз растительной в день? Пищей. Да, раз в день кормить. И должна стоять вода. Им не нужно там делать какие-то заплывы, не нужно купалка как таковая, но нужна поилка должна быть. И можно получить консультацию там у специалиста короткую, как езжать. Это несложное животное в содержании, несложное. Есть определенные нюансы, нужно, конечно, уже когда, да, задаться целью, да, все, чтобы, да, дома был, но такой питомец, уже но это можно. Этот питомец не представляет каких-то, ну, скажем, опасности раз. Опасности, само собой. Вообще он не представляет больших хлопот. По уходу, по, да? Уходу, да, и по кормлению. Потому что сегодня там купить зоофобуса можно там в зоомагазине, да, или на Старокованном рынке, и купить на привозе там каких-то фруктов для них, приготовить им лакомство. Еду. Это не представляет никакого труда. И не надо быть каким-то там профессором в области зоологии для того, чтобы успешно содержать этих животных, чтобы они хорошо жили. Их можно даже размножать, если вы сможете подобрать там пару. Ну, для настроения, тоже, да, смотрите. И, да, это животное, это вот для того, чтобы, скажем, прививать вот детям, да, у вас есть ребенок. Да, вот если детки, для детей абсолютно идеальный такой животное, идеальный, да, вариант, чтобы безопасно, без особых каких-то там хлопот и изысков, приучать ребенка любить природу, да, приучать заботиться, беречь, приучать ухаживать за своим питомством. То есть ящерицы вот таких видов идеально для этого подходят. Но не только этих. Это вот я сегодня принес к вам два вида, да, таких, да, вот. Два экземпляра таких. Но есть целый набор видов, которые очень хорошо можно содержать. Да. Что касается ящериц, с которых мы начали сегодняшний разговор, их содержать, во-первых, гораздо сложнее. Они более, да, они более привередливы к содержанию. Во-вторых, не следует их вылавливать и высаживать, конечно, у себя, потому что это вообще противозаконно.
наша фауна, отечественная фауна, это достояние Украины, достояние всего народа, и мы не можем просто брать их, вылавливать и высаживать, потому что это неправильно. Игорь Владимирович, вот подсказывают, что время эфира очень быстротечно. Всегда мучает один вопрос в отношении ящериц. Хвосты отваливаются, это правда или да, это легенда? Правда. Все ящерицы, кроме варанов, только вараны не отбрасывают хвосты, потому что они используют свой хвост как мощное оружие. Они им бьют. И кроме того, отбрасывать хвост – это способ убежать от хищника. Вараны пользуются другими методами. Угу. Они, как правило, у них есть чем себя защищать. Да. Если каждый позвонок в хвосте имеет кольцевую мышцу. Если дернуть за хвост, и при этом ящерица испугана, там в мозгу срабатывает сигнал, защемляется эта мышца, и она ломает позвонок. Отбрасывается хвост, и он еще так вот телепается какое-то время, остаточная иннервация, она позволяет ящерице вот выиграть эти несколько секунд иногда, чтобы для того, чтобы юркнуть куда-то в нору. Потом хвост регенерируется, он вырастает новый, но уже в новом отрощенном хвосте нет позвоночника. То есть понятно, он уже бутафорский. Уже просто да. Хвостик и хвостик. И как долго живут ящерицы? Разные по-разному. Мелкие ящерицы живут около 5-6 лет. Вот такие ящерицы могут жить там до 12-15 лет. Ну вот это самое приятное, да, потому они, что терять друга, это тяжело. Они не живут там тяжело. Полгода или год, или два года, как мышка. Да, или как мышка. Они более такие долгоживущие. Это приятно, потому что на самом деле терять друга – это очень сложно. Конечно. А привыкаешь ко всем и всех любишь. Спасибо вам огромное за то, что сегодня вы, как обычно, несмотря... Я знаю, что очень много работы, я знаю, что очень много забот. Ну, для наш... Подсказывают, не отпускаю, подсказывают, есть телефонный звонок. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я хочу вас спросить одну такую интересную вещь. Говорят, в некоторых местах у нас при Черноморье водится так называемая медянка. Может быть, я неправильно сказал, может быть. Но еще раз, что-то... еще раз, кто водится? Медянка. Медянка – это змея. У нас в нашем регионе медянка встречается, но очень редко. Это она относится к семейству ужеобразных змей. Она не ядовита. И, в общем-то, про нее ходят такие слухи, что она как бы ядовита. Но это как бы эти мифы, они про разные виды змей ходят. Это животное очень редкое. Его нужно охранять, не обижать, если вы его встретите, не ловить, не трогать, но встречается она крайне редко. Порадоваться, что вы ее встретили, настолько редкий экземпляр. Да, порадоваться, да, потому что это большая удача, увидеть медянку – большая удача. Значит, будем загадывать желание. Еще раз спасибо вам огромное. И когда будет возможность, будем рады вас видеть с питомцами. Может, уже и мы к вам придем в гости, потому что сезон потомства, наверное, уже тоже где-то... На подходе у вас малышей. Сейчас очень много, да. Сейчас малышей очень много. Значит, самое скоро время... пойдем и мы к вам, да. Потому что, ну, к огромному сожалению, мы бы хотели, но не всех можно в студию там принести. Ну, а сейчас из нашего зооуголка мы отправимся на городской конкурс караоке. Как он проходил? Сейчас мы все увидим. Фінал міського чемпіонату з караоке пройшов в Одесі. 15 конкурсантів змагались за першість та поїздку за кордон, а компетентне журі обирало найкращого. Правила участі доволі прості. Кожен учасник виконує дві пісні. Як то кажуть, коронку, тобто ту пісню, яка виходить в нього найкраще, та ту, яка дістається йому за жеребкуванням. 11, господи, ребенок. Я тебе не верю, еще лучше, Лепс, молодец. Давайте ребенку сделаем подарок, да? Да, да, да. Да, давай другую. Давай другую. Вытягивай. Последняя попытка. Номер? 9. И это у нас букет из белых роз. До речі, на ваших очах щойно вирішувалась доля найменшого конкурсанта. У свої 8 років Ганна вже встигла взяти участь у проєкті «Голос країни діти» та навіть дійшла до полуфіналу. Але не дивлячись на це, маленька красуня зізнається, що вона трохи нервує. В прошлый раз мені дуже подобалось. Я просто дуже люблю петь. І я була дуже рада, що я прийшла сюди. А тепер я переживаю. Чому ти переживаєш? Но все равно каждый артист будет переживать перед своим выступлением. А если он не переживает, то это уже не артист.
Экспериментальні для учасників і умови конкурсу. В отборочный тур, когда шли, то готовили просто те песни, которые мы поем обычно. А здесь уже 17 песен буквально за 2 дня пришлось учить, потому что список мы получили поздно. А для нее это песни взрослые, и тяжело бы сориентироваться. Тем более не знаешь, какая песня выпадет. И вот в течение 2 дней 17 песен на наушниках, и она их все слушает, запоминает, старается. Я не знаю, как жить. Если ты уйдешь, я не знаю, как дальше. День в лучшие дни. Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем. Вже втретє оцінювати виступи вокалістів серед інших буде і Михайло Сосновських, президент Асоціації шеф-кухарів міста Одеси, який має, до речі, і музичну освіту. Чому мене пригласили? У мене є музикальне образування, я закінчив школу флейти і саксофона, і дуже багато проработав на телеканалі СТБ, а також на програмі X-Factor, Україна має талант, але є слух музикальний. А чим цей чемпіонат відрізняється від інших конкурсів? Ну, во-первых, это один из единственных, по-моему, конкурсов в Одессе, где берутся таланты без денег или там какой-то за минимальную оплату, там за участие, именно чтобы снять и арендовать какой-то клуб. И действительно, улицы, которые, у людей, которые хотят попробовать себя, да, есть профессиональные, да, допустим, конкурсы, где там надо пройти кучу кастингов, заниматься с каким-то преподавателем. Здесь вот не скажу, что с улицы, да, но народные таланты. Ну, здесь потрясающие голоса. Что вы больше всего не потрясающие, а честно, я работал на такой программе, как X-Factor, да, и я скажу, что здесь есть такие люди, которые отдали там бы такого джаза и такую фору, что по всей Украине бы было известно, но почему-то они не хотят туда ехать, может быть, это силы не хватает или духа внутри. Но голоса просто сумасшедшие есть. Учасники і професіонали, і аматори прийшли за гарним настроєм та перемогою. Перемогою, в першу чергу, над самим собою. Хто для вас чемпіонат? Возможність побідити либо других, либо себе. А для вас? Самореалізація, желання, скоріше всього. А для вас? Кайфуємо, відпочиваємо, класно проводимо время. Супер. А вам? Соревнования, победа всех участников, каждый для себя все равно где-то сегодня победит. Участие, ну, для меня счастье поучаствовать, показать то, как я пою, послушать, как поют ребята остальные. Новые знакомства и просто хорошее настроение. А вы? Тоже хорошее настроение, и я желаю всем удачи, всем победы. Ну, главное, да, участие. Что для вас это чемпионат? Ну, во-первых, это профессиональный рост. И, ну, просто, да, тоже новое знакомство, настроение, отдыхаем, мы поем, занимаемся любимым делом. Поэтому, я думаю, тут всем рады здесь быть. Мое участие совершенно случайно проходил мимо, решил зайти и попеть немножко. Как бы так. Ну, так, да, люблю петь, как бы желаю всем удачи. В общем, все было очень-очень классно. Позитивных эмоций и всего самого наилучшего. Всем пока, до новых встреч. Подождите прощаться, мы еще не начали. Для меня это работа, это удовольствие, это хобби, это жизнь. Это часть меня, где как бы музыка и пение, оно живет во мне постоянно. Это как бы две вещи, которые они не исключаются. И это я как бы здесь прихожу сюда получить удовольствие и заодно послушать своих друзей, коллег по цеху, кто как поет. Нагадаємо, міський чемпіонат з караоке вже став традиційним заходом, і з кожним роком його учасниками стає все більше вокалістів. Во,
вот именно поэтому сейчас, чтобы не быть голословными, пригласили в студию непосредственно участников данного конкурса. Ну, Михаил уже свое слово, конечно, как жюри, да, сказал в сюжете, поэтому у нас, знаете, как в том мультике, нашу папу тут и там показывают, и в сюжете, и в студии, и уже... Что, Миша, неправду сказала, правду, между прочим. Потом уже мы пообщаемся с тобой, если ты не против, на эту тему. Как бы свое мнение ты сказал, а я представлю в студии наших участниц. Это Лариса Гуштюк и Людмила Рязанова. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Как вообще идея такая пришла вам в таком конкурсе поучаствовать? Кто начинает говорить? Ну, у меня получилось так, что за пару дней до отборочного тура мне просто позвонила моя подруга, которая, кстати, Лиза Прыгункова, которая тоже является финалисткой. Сказала, что есть такой конкурс, и предложила поучаствовать. Ну, я и согласилась. Поете-то давно? Пою давно. И как вот, да, Ларис, вы говорили нам в студии, в кабинете перед эфиром в редакции как-то свою историю, ну, буквально вот в двух словах поделитесь с телезрителями, как вы петь начали. Я пошла в музыкальную школу изначально для того, чтобы просто научиться играть на фортепиано. Как все дети. Как все дети. Всех отправили. Да. Так получилось, что я попала на распевку «В траве сидел кузнечик», и мне сказали, что я умею петь. Угу. Ну и все, и пошла. Как оказывается, кто пел «В траве сидел кузнечик», не получалось. Да, ну вот так и пошло. Потом пела в церковном хоре. Это уже школа. И уже, да, уже там, поскольку постоянное, так сказать, присутствие акапельного исполнения, то есть это уже как бы научило больше себя держать. И, как я понимаю, сегодня в завершении программы вы нам подарите, да, песню акапельно, хорошо. Людмила, тогда ваша история и потом уже ваш номер. Как вы пришли в музыку, как вы пришли на конкурс? Ну, на конкурс так было совершенно случайно. Я просто пришла попеть, мне предложили поучаствовать. Вот. А с пением у меня вообще достаточно сложные отношения, потому что образование у меня музыкальное. Как все дети, фортепиано. Вот. В акапельном хоре пела. Вот, мы даже ездили на гастроли, но я привыкла быть один голос из, а сольно как бы, ну, страшновато. Угу. Поэтому мое участие в разных самых конкурсах, начиная от караоке и заканчивая X-Factor «Голос страны», первые только туры, в телевизор не попала ни разу, это просто способ побороть себя. Я думаю, что мы более подробно с вами поговорим на эту тему уже и об участии даже в первых турах X-Factor'а, потому что нашим телезрителям, вы знаете, всегда интересно то, что остается за кадром. Вот я думаю, что вы и сегодня немножко окунулись в нашу такую студийную телевизионную атмосферу, да, даже уже когда шел прямой эфир, подошли, спросили, а это что, прямой эфир? Да, это шел прямой эфир. Поэтому, Люд, мы вас отпускаем подготовиться на нашу такую импровизированную сцену. Буквально сейчас вам дадут микрофон, чтобы вы уже смогли поработать. Ну, наверное, Ларис, еще, скажем, буквально несколько слов. Акапельно, после хора, да, только вот у вас такое желание, а с музыкой пытались, работали именно, чтобы уже, ну, скажем, более такое эстрадное исполнение или все-таки ближе акапелла? Ну, я когда в школе училась, то есть у нас тоже были такие всякие конкурсы, на которые я ходила, то есть это тоже как-то мне близко. Но поскольку очень много лет находишься в одном, так сказать, исполнении, да, то есть это уже привязывается и как-то сложно переключиться. Но, как говорится, если захотеть, можно в космос полететь. Вы знаете, к счастью или к сожалению, даже не знаю, как сказать, но вот акапельно редко кто исполняет, потому что с музыкой проще. Это сложно. Поэтому уровень ваш... Самое, что важное в акапельном исполнении, это есть слух. Если себя слышишь... Проблем нет. Вообще. Ну, думаю, что мы попросим вас все-таки порадовать нас в конце программы. Ну, а пока послушаем вашу коллегу Людмилу и попросим режиссера музыку. Cabeza della ble patricio come sto le raccia fra l'allega monte de carrera si acaba la timba la suenia moeto in avello vover come non so riendo e l'amor che sta mentendo come non la quiero todo mi cuore
Quando desencanyes por una cabeza, pareix un mirant no veu ni insistir. Cava si mirar, mi gira al passar, su boca de fiego o se'n ves no te passar. Basta de carreras, si acaba la timba, lo suïnia boeto i no veu volver. Como no saliendo, el amor que está mintiendo, como no la quiero, todo mi cuerpo. Por una cabeza, todas las locuras, su boca confesa, por la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y en la mi olvida, песня. Самое время представить наших гостей. Сегодня у нас в студии Александр же приходил. Утречком он и остался. И наши замечательные гости — это друзья нашей программы, актеры Елена Ященко и Владимир Лилицкий. Рады видеть вас в нашей студии. Доброе утро. Давайте сразу, вот прям сразу перейдем к вопросу. Леночка, я вот хочу такой очень... как на правах друга задать очень смелый вопрос. Владимир, уже была единственная брачка, то есть вы 5 раз пытались жениться, так и не получилось. Как это происходило? Почему так происходит? Происходило так, потому что каждый раз нужно было отпускать эту историю так. И ждать следующего раза, чтобы прожить ее снова. Как она проживается? Вот с момента премьеры вот сейчас был 5-й спектакль, правильно? Да, уже да. Был 5-й спектакль. На самом деле каждый раз как первый раз, потому что я как актер должен проживать ее настолько чисто и искренне, чтобы зритель это чувствовал. Поэтому нельзя говорить, что я уже уверен, я уже расслабился и чувствую себя спокойно, и как бы делаю это очень легко и просто. Нет, на самом деле каждый раз переживаю, каждый раз все пропускаю через себя, и снова все новые какие-то даже чувства появляются с каждым спектаклем. Вот, поэтому тяжело, тяжело. 5-й спектакль, как бы уже можно было перерасслабиться, но нет, все-таки тяжело. Татьяна, ну смотрите, 5 раз Володя не женился, но 5 раз находил настоящую любовь на всю жизнь. Подождите, Александр, сейчас мы перейдем. Да, подождите, я настоящая единственная. Елена, да, вы настоящая единственная. Вы не соглашаетесь? Я смотрю, не играет, и играет, играет. Что происходит? Понимаете, я каждый раз соглашаюсь, но хочется же еще, не хочется, чтобы вот эта романтика проходила, поэтому приходится в конце говорить, а вообще нет. Я думаю, и как там... бы тогда следующий за спектакль, ага. Да, за кулисами. Вообще, ты знаешь, нет, не давай поеду я на Ямайку, давай в следующий раз. Вот так. Так вы, так может, вы 5 раз просто хотите 6-й тоже на Ямайку поехать? Вам же каждый раз дарят билеты. Нет, ну, понимаете, если скажем на Ямайку, я скажу, я не хочу на Ямайку, придется менять билеты, и будет 8-й, 9-й и так далее. То есть я не соглашусь до конца. Нет, есть другой вариант, можно каждый раз билеты в другое место. Леночка, какой стала ваша героиня за эти 5 спектаклей? Ну, на самом деле, она еще формируется. Она еще формируется. У меня, как правило, где-то до 10-го спектакля я нахожусь в поисках. Ну, на самом деле, где-то уже становится легче, становится понятнее, да, что нужно делать. Потому что какая она? Она мягкая, она нежная, но при этом она решительная, да, она способна на какие-то поступки сделать ради большой любви. Она все-таки, да, несмотря на какие-то свои там чувства морали и так далее, готова пойти на какую-то
какой-то шаг, может быть, не совсем правильный для того, чтобы быть рядом с человеком, которого она считает своей судьбой. Угу. Так, как зрители реагируют? Очень хорошо. Кратко, сестра. Не, ну а что, правда? Ну, зрители рознь, как бы каждый воспринимает по-своему. Может быть, кому-то не нравится, может быть, кому-то там еще что-нибудь. Но в целом, по реакции зала в конце, когда даже зал стоя аплодирует, я думаю, это многого стоит и много о чем говорит. Кидают цветы на сцену. Ключи от квартиры, да. Когда в параллельной вселенной? Это мечты. Леночка, как? Что говорили после спектакля? Елена? Ну, на самом деле, в целом, да, то есть тут мне что нравится, что не выделяют кого-то, да, там отдельно, потому что, как правило, да, там вот главные герои, на них все внимание, а тут настолько подобрался интересный каждый по себе, да, актер, состав, что, в принципе, говорят в целом о спектакле, что это командная работа, это самое интересное, самое клевое, потому что, когда есть, да, разные мнения о каждом, это замечательно, поэтому мне нравится, мне очень нравится работать в этом спектакле. И я думаю, что каждый получает удовольствие, кто выходит на сцену. Да, Александр, вы как режиссер довольны? Я тоже получаю удовольствие. Давайте теперь, вы как режиссер, вы довольны игрой? Спокойней. Ну все, сейчас. Да. Я сейчас напомню новость. Все, я доволен. Ты же сказала, чтобы я сказал доволен. Да, ты сказала, чтобы я сказала доволен. Нет, на самом деле я доволен, все большие молодцы, и действительно спектакль... Последующий спектакль отличается от предыдущего, есть рост, и история развивается, и интереснее, наполняя актеры больше дают наполненности своим ролям, и ну, образы становятся шире, интереснее для зрителя в первую очередь. То есть помимо какой-то комедии, действительно появляется еще такая какая-то мелодраматичность в этом спектакле, и это очень ценно. Потому что ведь каждый из нас, нельзя сказать, вот человек добрый или человек злой, да, а это какая-то все в гармонии. Вот так и спектакль обрастает, он становится гармоничным во всем. Когда же можно увидеть еще раз этот спектакль? В июне. Следите за репертуаром. Да, следите за анонсами. Сейчас соцсети активно работают, поэтому мы... предоставим такую информацию в скором будущем. А не было ли такой информации? Тот, кто вот 5 спектаклей, 5 раз кидали букет, был какой-то результат? Было 5 свадеб? Нет, один букет девочка поймала, она сейчас готовится беременна. Они перешагнули один шаг сразу на второй. У нас звонок, видимо, очень букет активный. Да, мы слышим вас. Вот это оттуда. Правда? Алло, говорите. Доброе утро. Я вообще немножко не так, но это уже хочется. Да. Самое лучшее, обратите внимание на дерматолога вампиров. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Перезвоните нам, пожалуйста. Спасибо. Да. Ну, мы потом выясним, что же это... Постановки вампиров. Вот. Да, вам такой совет. Ребят, произошло ли знакомство ваших персонажей, ваших героев с родителями? Было такое же? Ну, вот закончится спектакль, какое-то развитие отношений. Планируется люкс для новобрачных 2, и там как бы... Шама, да, возвращается. Мама выходит из шока. Я думаю, это сценарий в процессе, потому что последующий спектакль будет на Ямайке. Ром, пираты и мама. Да-да-да. Вот. Ну, у нас есть пока где работать над этим спектаклем, потому что он должен расти. Это как маленький ребенок, да, мы его родили, теперь нужно его, так сказать, выходить. Ну, не так, чтобы он рос и в один прекрасный момент. Нет, он вечно молодой. Это история, это вечная, поэтому мы хотим как бы, ну, не закончить, а
усовершенствовать, прийти еще к чему-то высокому в этом спектакле, подарить радость не только этой малой части зрителей, которые пришли, но и всем остальным, которые еще не видели наш спектакль. Срочно. Вот, поэтому пока есть где работать, но идеи на будущее у нас есть. Идей на будущее очень много на самом деле. И разных, разноплановых, и детских, и взрослых, и драматичных, и комедийных. Поэтому... Вот. Александр, вы такой сейчас смелый режиссер. Вы помните, что у нас ребята ходили на... Ходили на свидание, да, на первое свидание, да, совершали я ошибки, слежу за они, этим. Да, они следят за этим. Вот так появилась идея для сценария. Потом забыл подарить Вова подарок, но все-таки нашел выход. Самое время, наверное, познакомиться с родителями. Звезда Лена. Самое время познакомиться с родителями. Александр, вы нам поможете поставить такую импровизированную сценку? Да, отлично. Дорогие друзья, пока передаю слово Олечке, а потом мы познакомимся с родителями. Да, все-таки это очень такой будет тонкий, такой душещипательный момент. Идет подготовка, это практически, скажем, написание сценария на будущее, продолжение, люкса и тому подобное. Но, наверное, все-таки, знаете, можно от какого-то опыта оттолкнуться, а можно и самим что-то очень такое грандиозное придумать. Как это было раньше, мы посмотрим. Сейчас, а как это будет, мы посмотрим через 2 минуты. Это что? Мама, это наше! Будет у комнаты стоять! Это шикарная вещь! Начинаем жить, мама! Тише несите, тише! Тише, кому сказала! Смотри глазами, вы же его пошкрабаете. Что вы куда сидите, мадам? Это же мы первый раз. Тихо, аккуратно. Ставь его. Ставь сейчас же. Смотри, сыночка. Какая зверуга. Ой, блин. Иди ты это все взял. И что бандит не мог все притаранить ночью? Давай Маркович дома. Успокойтесь, мама. Это Циля. Дает самое приданное. Что? Подожди. Циля. Мама. Иди отсюда, шаромышница. Мама, успокойтесь, она моя жена. Какая здесь тебе жена? Тут твоя мама, у тебя есть мама. Иди отсюда, я кому сказала, и пианину свою забери. Несите в зад. Как? Мама. Ты поняла, что я сказала или нет? Мама. Смотри, давай на меня будет. Мама. Нет, а? Размечталась она, а? Ну, мама же! Мама, успокойтесь, мы Ты вгоняешь маму в самый гроб, сыночка, и даже глубже! Мы расписались! Вот штамп! Поняла! Давид Маркович, я имею право! Она верстает тебе пианину взад! Целите сюда! Целите ко мне! И целите! Мама, и мы будем жить здесь! Вот так! Нет, вы видели! Здесь, а у вас, мама, имеется другая комната. Какая другая комната? Что значит другая комната? Я в своем доме или где? Мама, я давно хотел тебя познакомить с девушкой, которой я давно познакомился. И мы ведем очень плотные встречи. Тщательно мы знакомимся и между собой. Ты поел? Да, я позавтракал. Спасибо. Спасибо за рубашку, погладил. Да, познакомьтесь, это Фаина Георгиевна. Вот. Это Галя. Очень приятно. Это фамилия Капитоновна? Галя. Да. Капитоновна. Это отчество. А, отчество? Да. Галя. Ну, мы просто эти вопросы не выяснили. У вас как в фильме, да, редкое имя такое, да? Да, у вас тоже. А можно просто Фаина? Я отчество уже забыла. Нет. Нет, а какое отчество еще раз? Георгиевна. Хорошая девочка. Нет, у меня все нормально с памятью, я просто очень нервничаю, да? Ну, я хочу вам показаться правильной, хорошей, чтобы я могу оставить вас. Нет, посиди, сыночек, посиди. Смотри, мама, конфеты. Ой, спасибо. Спасибо, мои любимые. Да, мама, мама мне не хочет конфет. Чем вы занимаетесь? Расскажи, чем ты занимаешься? Да. Так я же актриса, да, мама. Какая... Вы хотите в театр сходить? Какая замечательная несерьезная профессия. Почему несерьезная? Я очень серьезная, серьезные роли играю вообще, да, поэтому... Ну, вообще, какие? Ну, разные, главных у меня много ролей, да, я вообще классная, да, звезда.
Приходите, посмотрите на мои спектакли. Главная роль, я видел один спектакль, это в спектакле Чиполлино, она играет вишенку. Нет, она шипсочка. Я Луковку играю. А, Луковку. Ну, они просто очень похожи. Ну да, вишенка, Луковка. Пупсик. Пупсик, да, мы так друг друга называем. Пупсик. Это так мило. Да, да. Просто мама пупсик. Очень не любит это слово пупсик. А, да? Так, ну, я второе тогда не буду говорить. Котик она тоже, наверное, не любит, да? Это ж котик она больше пупсик. Собачек любит. Ну да, котик пупсик. Это... Котик, я никогда не любила кошачьи. Я его еще тигр называю. Ну, иногда. Я должна знать, когда вы его называете тигр? Не, ну не обязательно. Ага. Леночка, давайте как-то постараемся все-таки пообщаться. Кто? Галечка. Леночку раньше приводил, да, видео? Не, хорошая девочка была, у них просто не сложилось. Ага. Да, очень хорошая. Она написала на мою простыню. Может быть, маме не понравилось? Не, она хорошая, но как-то не очень все равно была. Такая вот хорошая, но не очень. Не, ну я лучше, я вам сразу говорю. Я вижу, тигр, да. Леночка, а как у вас, как вы готовите, умеете или что-то? Я очень хорошо готовлю. Я яичницу такую вкусную готовлю. Вообще никто так не умеет готовить яичницу, как я. Я, если хотите, я вас научу. То есть я так понимаю, что нужен телефон хорошего гастроэнтеролога, если у меня сыночка все время будет кушать яичницу? Не, ну почему все время? Только на завтрак, а днем мы там пойдем где-нибудь еще поедим, вечером можно в кафе сходить, ничего страшного. Мама не любит инородную кухню. Инородную? Ну мы будем народную есть. Фастфуд? Тогда ничего. Ну, это... Не-не, фастфуд нет, фастфуд... Мы не будем. А давайте посмотрю фотографии, как-то немножко разрядим обстановочку. О, это, да. это мои детские фотографии. Да, детские фотографии мы посмотрим. Вот. Ага. Это он на утреннике. Ой, вот это так смешной какой. Да, это вот. Она, кстати, написала на мою пост. Вот эта девочка. Да. Очень мило, Леночка, ясно. Да. Ага. Ну, видите, тигренка играл уже. А вот поэтому я его тигры называю. Ну, только я могу назвать, потому что я знаю, что он играл тигренка. Дело в том, что он рычит. Вы знаете, как он? Во сне. Да, поэтому я его тигром и называю. Класс. Да, поэтому ты дома не спишь? Ну, почему? Ты боишься меня рыком разбудить, значит? Мам, я перевоспитываюсь. Хорошенький. Давайте фотографии посмотрим. Давайте. Вот еще, да, девочка очень хорошая, мне она очень нравилась. Это она шоколадом обмазалась и ходила всех целовала. Да, мне очень нравилось. Нет, но мне очень нравилось, да. Да, вот. Ой, а это вы, да? Ой, ну вы это вообще не изменились. Это вы мы в церкви, да, и это тоже. Ну это вот, приятно, а ничего. Да? Прекрасно. Ничего. Ой, галочка. Вот эта девочка такая классная вообще. Ой, жаль, что она уехала. А куда, сыночек, напомни маме? Она? Да? В Душанбе. В Душанбе. Какие-то тебя такие... Богу. Ну, у нас все время какие-то были, вы знаете, галочки, какие-то девочки. Ну, нет, я не собираюсь никуда уезжать, нет, честно. Я остаюсь здесь. Я даже, в принципе, могу к вам переехать уже, если хотите. Это такая радостная новость. Спасибо вам большое. В нашу однокомнатную? Ничего, я много места не занимаю. Ну, у нас же была идея, у нас же потолки высокие, 2,40, мы хотели второй ярус сделать. Класс, ну как раз 40 сантиметров нормально, в принципе. Ну, почему можно даже 50? 50, абсолютно. Главное, резко не встать. Я прям боюсь спросить, ты предложение? Я уже сделал. Ну, не, я переехать. Предлагал в кино. В кино. В кино мы ходили, да, раз пять. Ага. Один и тот же фильм, просто Галечка все время засыпала. Ну, просто вспоминает Леночку, хорошая девочка вот такая, да, уехала, жаль. Ничего. А как вот насчет деток? Вы планируете? Да, конечно, я 7 хочу детей. Отвечай. Это твои прекрасное дети, мои желание. Ты же знаешь, мама современная. 4 девочки, 3 мальчика, я так прекрасненько. Хочу. Мама современная, мама любит путешествовать, мама с внуками сидеть не будет. Не, ну единственное, просто надо как-то будет расшириться нам, потому Леночка, что мы все тут не поместимся. За спасибо это. Большое. Как-то дисциплинировать надо, в конце концов. Значит, да. А как ты будешь рыбочка? Ну, какой славный, красивый мальчик. Это я ему гладила рубашку. Это я ему гладила рубашку, ну да не суть. Я другую гладила, хорошо. Я сам сегодня гладил себе рубашку. Скажите, растерялась, что я разрывалась. Вы не нервничайте, мамочка. Можно я вас буду мамочкой называть? Ну, я думаю, что уже как бы... Если 7 детей, то уже ну, можно. Ну да, можно, да, хорошо. Да, бабушка еще рано. Сынчик, такой вот вопрос, скажи, обеспечивать ты будешь как? Ты же курьером работаешь. Ну, меня собираются повышать. Будь главным курьером. Да. Города.
Всего? Ну, нет, ну, мне просто еще другие заказы будут отдавать. Ну, там больше теперь не 3% будет, а 6%. Ну, 6% ничего. Мы же сразу всех семерых детей сделаем. Мы по одному будем делать. Тем более 40 сантиметров еще потолок. Есть запас, да, конечно, чтобы всех разместить. Мы успеем все, ничего, да. Пока вырастут. Ага, да. Ну, Леночка, вы, конечно, да, вы мне очень понравились. Вы такая замечательная. Я знала, что маме понравится. Я рада за тебя. Я люблю свою мамочку. Ой, это очень хорошо. Я люблю. На тебе, сыночек, на тебе конфеточку. На тебе еще рыбочка. Мама меня любит. Ничего, она и меня полюбит. Хороший такой. Леночка, я так понимаю, что вы не задержитесь, вам надо... Спешите же, да? Нет, я могу еще посидеть часика два, у меня еще есть время. Да, знаете, ну, я спешу, наверное. А, вы уходите? Так мы еще побудем дома, да? Да, но мне нужно, чтобы мне сыночек помог там. Вот. На рынок надо сходить. Ну сходите, я пока посижу, подожду тут. Да, точно? Да, да. Вы не испугаетесь? Нет, нет, в однокомнатной квартире одной вам не будет. У нас попугай очень злой, он может обклевать тебя. А я подружусь с ним, я могу пол вам помыть здесь. А давай оставим ее, сыночек, давай. Пусть оставим работает. А вы можете конфеты оставить тоже. Да. Ну, давайте вы помойте пол, а потом мы придем с конфетами. Идем, сыночек, идем, мне поможешь. Тут... Идем, я иду, а ты догоняй. Я догоню. Да. Ну что? Я вот зайду снова в кадр с конфетами. Леночка, это было потрясающе. Вам конфетки. Пожалуйста, поправляйся на здоровье. Помочь нам... Да, вот я снова присяду. Помочь нам разобраться, что же произошло только что, потому что я тоже не поняла. Вот, никогда еще у меня не было взрослого сына такого. Вы порепетировали. Да, наш замечательный психолог Оксана Вдовиченко. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Да, Оксана, что скажете по поводу того, что происходило? Знакомство с родителями, ответственное мероприятие. Как подготовиться к нему? Вы знаете, на самом деле, да, это ответственное мероприятие. Я вам могу сказать, что уже здорово, что молодожены, как я понимаю, да, ребята, у которых плотные отношения, и которые планируют их продолжить, пришли все-таки знакомиться с мамой. Они прислали открыточку, приглашение на свадьбу. Это уже показатель того, что девушка серьезно относится к молодому человеку. Во всяком случае, она уважает его семью и его мнение, его убеждения, его желания. Оксана, скажите, какие ошибки совершают родители, когда к ним приходят? Потому что для кого вообще это волнительно? Для родителей или для детей? Я думаю, что это волнительно для обоих сторон. Что для родителей, что для детей. Ну, наверное, основная такая ошибка, это когда родители очень критично настроены к избраннице либо к избраннику, да, своего ребенка. И здесь все-таки стоит четко понимать, что это тоже чей-то ребенок, и более, ну, скажем так, спокойнее относиться к такому волнительному моменту. Потому что на самом деле, конечно, все волновались. Это здорово, что вы как мама, и это здорово, что ваша будущая невестка, да, озвучила такой момент, что волнуется, потому что правда всегда обезоруживает. И тем самым это показатель, что человек достаточно открытый. Ну, я, наверное, первым, на что я обратила внимание, девочка очень была инициативна, очень. Вы знаете, наоборот, когда приходят в другой дом, да, человек смущается. И такой вот становится стеснительный, безинициативный. Здесь, конечно, девушка флаг первенства забрала, конечно, она. Но я думаю, что потому что вы очень вежливая, интеллигентная мама, да. Соответственно, вы сделали определенные выводы, что... Я воспитала хорошего сына. Да, вы воспитали хорошего сына. Ой, и могу вам сказать, что девушка, в принципе, современная. И, смотрите, 8 детей. Я думаю, что, наверное, это был такой точка отсчета. Вы изменили к ней отношения. Что она все-таки ответственная, заботливая, и вы будете видеть продолжение таких замечательных генов, да, вашего сына, которого вы очень любите. Очень люблю сына. В этот момент можно было, конечно, не показывать родителям, что они любят очень, да, сына, это получается, что как будто он очень инфантильный ребенок, и он не может ничего сам сделать. Ну как же, он же взрослый, вот он, знаете, что мне еще нравится? Мне еще нравится, что у нас
нас есть, ну, всегда желательно говорить, не то, что желательно, говорить о перспективе. Видите, у молодого человека всегда есть перспектива. На первом встрече он будет главным курьером. Сейчас да. вот есть перспектива. Это здорово. Смотрите, да. девушка его поддерживала. Да. То есть она не стала говорить, да ладно-то, что обесценивать позицию. Она его поддерживала. Это важный момент. Конечно, не стоит критично. Подкупить родителей, но это будет приятно. Ну, конечно, будет приятно, что есть поддержка со стороны. Оксана, у нас есть звонок. Да. Вы знаете, снова вас очень плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Да, спасибо. Может быть, сделать чат какой-то? Обязательно. Оксана, так вот в завершении немножечко такие как бы коротенькие вопросики. Скажите, вот когда обращаются там пусики, лапочки, рыбочки, стоит ли так обращаться к своему... как бы к ребенку в присутствии родителей. Это достаточно интимные, личные отношения. Поэтому не стоит эти личные отношения, личные границы придавать им такую всегласность, да, с родными людьми. Все-таки это ваше взаимодействие. Смотрите, есть четкие границы между детско-родительскими отношениями. И здесь этот момент все-таки не стоит проявлять. Mm-hmm. Здесь достаточно, он взрослый человек, я взрослый человек. Когда мы наедине, конечно, мы можем и поцеловаться, да, мы можем быть более в тесных отношениях и, соответственно, использовать такого же рода слова с ласкательным уменьшительным суффиксом. Да. Это будет уместнее. Я поняла, Оксана. То есть мы можем что посоветовать? Коротенько, потому что у нас уже время. Да, я поняла. Коротенько. Мы советуем быть уверенными. Да, мы советуем быть уверенными, мы советуем быть честными, мы советуем быть уравновешенными. Это здорово, что показали любовь к детям. Можно показать, что также есть забота к животным, проявлять инициативу, не надевать на себя чужой пиджак либо платье, то есть играть свою роль. Mm-hmm. И ну, конечно же, это, смотрите, первое знакомство – это не спектакль, это да. не деловые отношения. Будьте собой, и все получится. И все получится, да. конечно. Спасибо, на замечательный психолог Оксана Вдовиченко. Олечка, мы чуть-чуть передержали, ну, передаем тебе быстро слово. Ну, в любом случае, подобные советы, они никогда лишними не бывают. Это, как говорят в Одессе, дорогого стоит, а так как еще у нас тут и в рабочее время, Тань, так мы тут записывали, сидели. Спасибо огромное, Оксан. А я с огромным удовольствием снова представляю друга нашей программы, Яна Даниловича, завидуюча кафедры астропсихологии Одеського народного інституту людини. Доброе утро, Ян Данилович. Доброе утро. Вы знаете, вот мы поговорили о взаимоотношениях родители, дети, мама, сын, невестка, советы психолога. Ну, знаете, как говорят... Тещами и свекровью нужно родиться. А родиться, наверное, это было нам предначертано в прошлой жизни, потому что мы в прошлой жизни, да, себе прописываем уже будущее конечно, на следующую конечно. Жизнь. То есть вопрос реинкарнации. Что вы нам расскажете по этому поводу? Реинкарнация – те действия, мысли и слова, которые мы произносим на протяжении этой жизни, формируют нашу жизнь в следующее воплощение. Там мы рождаемся согласно своей... психики, получаем новую форму жизни в следующем воплощении, рождаемся в определенной стране, в определенной семье, с определенными данными физическими и психическими. Кто-то рождается больной и в стране, где идет война, а кто-то рождается здоровый, умный, в хорошей стране, где хорошая карма. Но ведь никто же не хочет быть больным. Как же заложить себе карму быть здоровым в следующей жизни? Или это мы за что-то, как говорят, отбываем? Значит, законная карма – это та база, на которой стоят практически все религиозные учения и астрология. И там описано одно из правил, есть такое – все, что мы делаем, даже один поступок все равно принесет последствия. Поэтому в этой жизни, вот мы, кстати, пару передач назад показывали дыхательную гимнастику, и мы в следующий раз... Дышим все, да, потому да, что мы эти три еще. Недели закрепляем, но нужно уже да, двигаться дальше. Мы следующую да. я подготовлюсь. Просто заниматься в течение этой жизни, это даст здоровье и в этой жизни, и человек рождается в следующей жизни тоже здоровым. Угу. Вот что. Развивая свой интеллект, человек родится в следующей жизни умным. Вот у меня в гороскоп входит, кто приходит на консультацию или заказывает по электронной почте, у меня там идет добавочная информация от мудрецов, от древних мудрецов-астрологов для повседневной жизни рекомендации. И там есть целый раздел описания 108 видов поступков, которые приводят к какой жизни в следующий раз. То есть кто-то может родиться собакой, кто-то деревом. Там так и пишется. Допустим, женщина, ведущая распутный образ жизни, в следующей жизни рождается красивым деревом.
угу. которая будет привлекать украшает, внимание. Украшает, но ничего сделать не может, двинуться да. не может. Да. Но жизнь дает. Так же самое, там 108 описаний идет. Допустим, кто убил священника или брахмана, тот там рождается таким-то человеком. Кто там убивает животных, чтобы кушать, получает такое последствие. Ну, уже может родиться тоже животным, которого да, впоследствии съедят. Не может, а обязательно это будет. То есть в законах даже в Библии, в законах Моисея, так говорится, глаз за глаз, зуб за зуб. То есть это говорит о чем? Все, что мы делаем, то мы и получаем. Убил животное, будешь сам животным, и тебя убьют. Там приводятся даже примеры за царя Навуходоносора, который потом очень много жизни прожил и травинкой был, и быком, и камнем, и деревом. Потом, только потом получил опять форму человека. Это в Библии описано хорошо. Поэтому, ну, я хотел бы продолжить нашу позитивную волну. Потому Давайте. Что эта передача, здесь невозможно говорить о грустном. Здесь всегда все улыбаются. Суббота, утро. Суббота, но это день Сатурна, но у вас Сатурн веселый. Хороший Сатурн. Да. Он покровительствует этой студии, это явно видно. И хотелось бы продолжить на позитивной ноте ту же самую тему реинкарнации, допустим. Но что нужно делать, чтобы быть удачливым, счастливым и здоровым? И нести счастье. Ой, так хочется, позитив. Расскажите, пожалуйста. Да. Нужно просто развиваться, не надо стоять на месте и деградировать. Надо развиваться, практиковать в себе позитивизм на протяжении всей жизни. Стараться максимум помогать окружающим, тем более эра Водолея этого требует. И тот, кто впишется в эти рамки, этот человек будет счастлив и будет дарить счастье всем окружающим. Ян Данилович, знаете, зачастую можно встретить очень успешных людей, позитивных, хороших. Ну, с грустным выражением лица. Что случилось? Да вот у меня проблема такая-то, такая-то, такая-то. Это правильная формулировка? Вообще, вот у меня. Нету проблем. Есть задачи, которые надо решать. И как чем... правильно формулировать, чтобы не принести в свою жизнь то слово, которое произносят Конечно. Эти люди? Что? Просто в таком случае человек должен говорить, вот мне жизнь подкинула задачку, которую я сейчас решу. Не смогу сам решить, я попрошу близких, чтобы мне помогли ее решить. Каждое слово, оно слышится Конечно. Вселенной оно, и... То, что слышится во Вселенной, а во второе еще через наш мозжечок программирует наше подсознание. Поэтому... Отрицательные слова с отрицательным смыслом и с приставкой «нет» или «не» лучше не произносить. Да, вот даже есть зачастую мы в обиходе, в жизни сталкиваемся, когда обращаемся к кому-то с просьбой, вы бы не могли нам помочь, ведь это тоже неверно. Вот, слово «не». Да, не могли, не мог, все, да. не могли бы. А если бы, да, вот как правильно спросить, будьте добры, помогите. Да. И тогда у человека меньше шансов не помочь, увильнуть. Конечно. Но помощь вообще, я считаю, самое правильное, это когда не просят, а когда сам человек предлагает помощь. Вот Согласна. Это уже говорит о духовном уровне. Если есть друзья настоящие, если они видят, что вы требуете, нуждаетесь в помощи, да. он сам подойдет и предложит, давай я тебе помогу то-то, то-то, то-то. Принимать ту просьбу, ту помощь, которую предлагают. Если это друг, то принимать, конечно же. Потому что есть же... И недруги, конечно, неискренние, да, мы уже с вами пришли к тому, что нету врагов, да, есть неискренние да. люди. Неосознанные даже, можно сказать. Почему? Почему? Потому что чем человек духовнее и осознаннее, тем он искреннее и правдивее. Хитрость – это свойство ума, но ума неразвитого, низкого. Угу. Поэтому человек чем выше, тем он правдивее и искреннее и честнее. Не хитрее, да, да. вот потому а что каждый уж если хитрить, нет смысла просто. Потому что сам себя обхитришь. Сам себя на самом деле. Конечно, ну и поэтому вот очень хочется сейчас от вас услышать такой, скажем так, совет, рекомендацию, позитив, настрой, как, опять-таки, родиться в следующей жизни более удачливым, что для этого нужно сделать в этой. Вот постепенно, шаг за шагом, с чего начинать? Да даже с чего начинать день и как его заканчивать? Вот. Прежде всего, выработать правильный образ жизни, который перенесется в следующую жизнь, и человек уже с детства будет воспитан правильно. То есть от природы получит воспитание правильно. Для этого надо рано вставать. Самое лучшее время суток – это 48 минут перед рассветом, когда усваивается информация на 90%, в то время как в остальные часы суток – на 10% всего лишь. Вот эти 48 минут перед рассветом очень хорошо посвящать чтению писаний священных, молитв, дыхательной гимнастике. Не, вот то, что мы делали, буквально 5-10 минут занимает такая гимнастика, но она даст колоссальное здоровье. Пить воду с утра, это уже касаемо оздоровления. Ложечка меда обязательно.
В течение дня пару зубков чеснока надо кушать. Тем более сейчас такое время. Очень много отравленной продукции у нас идет. За счет коммерческих интересов некоторых людей. Скажу секрет нашим телезрителям. Если кто переживает по поводу чеснока, что будет запах или что, да, то доктора и ученые рекомендуют этот же небольшой зубчик чеснока просто проглотить как таблеточку. Поэтому, да, не разжевывая. Можно вот и есть так, и такой секрет. А можно перед едой скушать, разжевать. И вот почему хорошо жевать, чтобы и десна, и все. Полностью. Да, разжевать, потом покушать и в конце взять пучочек зелени. А, обычной зелени. Переживать, и запах уходит. Вот. Но, во всяком случае, это даст здоровье. И вечером так же самое, вот, допустим, когда закат солнца, надо читать молитву. Тогда человек будет всегда уверен, спокоен и на позитиве. Но молитвы разные бывают. Я рекомендую 22-й псалом читать всем. Мы уже, да, рекомендовали это нашим телезрителям. И вы знаете, наши телезрители звонят и говорят, что они впервые его для себя открыли. И уже вот третью неделю живут именно с этим псаломом. Кто с утра, кто на ночь его читает. И абсолютно по-другому жизнь складываться стала. И день проходит легче. И гимнастика легче. Обязательно, конечно же. Она даст колоссальное здоровье в любой возрастной категории. Хоть очень старый человек, хоть маленький. Вот эта гимнастика, она дает... Это я дал базовые такие, показал вещи. Вот в следующий раз я подготовлю более усложненные. А в следующей программе мы продолжим. Да. Тех, кто интересуется, могут непосредственно звонить Яну Даниловичу напрямую. Номера телефонов в нашей редакции. Ну а нам пришла пора подвести итоги наших кулинарных шедевров. Да, у нас уже готов салат. Да, готов салат. Смотрите, на микс-салат, который мы порвали аккуратненько. Все сделали. И посыпали лимончик, полили ему лимончиком. Лимонным соком. Лимонным соком. Мы выложили наши ингредиенты. Это клубника, черри и овечья брынза. И салат рукава. Он уже там был, салат рукава. Он же сказал, что да. Но мы напомним. И просто. Это так. Надо, ну, как бы сказать, один к одному все ингредиенты ложить. И чтобы нам было много чего покушать. В общем, у нас сахар, сок лимона. И все, из соуса. Да. Помидоры и клубнику мы пересыпали сахаром, чтобы они стали мягче, пустили сок и впитали вкус сахара. Листья салата и рукава мы положили, полили лимоном и взяли овечью брынзу. Это все выложили аккуратно на тарелку. Ты можешь пробовать. Ой, и скажешь нам результат. А вы скажите, что нас ждет в следующей программе? Ну, в следующей программе мы переселимся немножко в Америку и приготовим великолепный стейк Нью-Йорк с картофелем, кукурузой, ну и... Соусом. Соус. Наконец-то я дождалась мяса. Я с вами. Татьяна уже тут? И с каким-то соусом, с которым мы придумаем, когда будем ехать в маршрутке. В 6 утра. В 6 утра на великолепную утреннюю передачу. Очень интересное сочетание. Мы будем доедать салат, а тем временем давайте посмотрим афишу. Салат возле меня, прекрасные гости возле меня. Конечно, Татьяна, ну уже Татьяна его приватизировала. И как мы обещали в завершении программы, сейчас нам подарок свой подарит участница городского конкурса караоке. Скажем так, финалистка. Но мы застрянем с вами наступные субботы. Приеднуйтесь.
верше, мій верше, мій зелений верше, уж ми так не будем, уж ми так не будем, як було вперше. Уж ми так не будем, уж ми так не будем, як було вперше. Бо перше мі було, барз мі добре було, от свої мамички, от свої мамички не ходити було, от свої мамички, от свої мамички не ходити било, не ходити било.